На, ты лучше. Ну давай, рукой-то взмахи, давай. Ты без хвоста его так мне не хочет. Да. Еще глядывается на нас. Какой я хороший. Тихо, сладкий. Да, все, хватит, наверное. Давай со стороны хвостика. Крутяк! Молодец. Сейчас скажет, папка, дай я поцелую тебя. В клювик ты научил меня летать. А смотри, ему нравится. Ага, он даже ожил. Да. Глаза заблестели. Что, не отпускает его в то же время? Сейчас тот подлетит. Сейчас тебя научит. Тот... Надо же, нравится ему. Я вижу, нравится. Вот так вот. Как малыша подкидываете. Ой. Бляха-муха! Ну чё ж ты? Не рассчитал, Марина. Хотел полететь, но не получилось. Что, он, наверное, клювом, да? Клювиком ударился. Рабочий. Вот молодец. Вот молодец. Ну, какой же он прелесть, а? Ну, все, хватит. Зря ты его говядину сегодня кормил. А где тот-то? Того? Да вон там. Да его не видно будет. А как увеличить, Саша? Так, где он там? Вон сидит. Он с огорода снимал, такой снял. Не видно. Да, он вон в центре прям. Да, видно, хорошо. Сидит, ухает. Да все, хватит. Туши. Еще говорит. Все, сел. 4%. Сел, не надо, все, да хватит. Да крупно, Зелена, подожди, я не успеваю за ним. А как уменьшить, Саш? Уменьшилось? Не-а. Глаза как горят, да, сейчас уменьшилось, да. Ну какие же у него красивые крылья. Ага. Просто необыкновенные. Хвостик. Подрос прямо у него хвостик. Да, сегодня. Нет, я вижу, что крылья у него подросли. И крылья подросли, так что надо его мясом кормить.